В 2020 году в нашу жизнь пришел ковид как серьезное сложное заболевание, у которого очень непредсказуемые, очень серьезные последствия. И спасибо нашим специалистам, была разработана даже 4 вакцины, сейчас 4-я вакцина регистрируется от этого страшного заболевания. В противопоказаниях, в инструкциях по применению к этим вакцинам нет противопоказаний онкологические заболевания. Конечно же, предлагается врачу, отвечающему за постановку прививок, принимать во внимание сопутствующую патологию пациента. Но если решать вопрос, что же страшнее, сам ковид и его последствия у онкологического больного или те нежелательные явления, которые, как и у любой прививки, в том числе и от гриппа, могут быть, конечно же, надо выбирать вакцинацию, потому что только так мы можем защитить себя и своих близких от этого заболевания.